9 сентября, точнее ночь с 8 на 9 сентября. И сегодня мы можем наблюдать удивительный астрономический эффект, который называется суперлуния. Луна сегодня светит очень ярко и очень сильно. Нам повезло, и хотя на улице холодно, мы можем быстро посмотреть на Луну, так как она светит сегодня прямо нам на балкон. Небольшое освещение стройки, и вот она Луна. Видно, конечно, плохо, но по личным ощущениям могу сказать, что светит она очень ярко, гораздо ярче, чем обычно. На самом деле, я просто выходил на балкон посередине ночи и вдруг увидел нереально яркую Луну. И вспомнил, что сегодня как раз такое удивительное событие.